Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, бесплатные сундуки давай открывать. Вдруг что нормальное выпадет нам. Тут ерунда. Здесь тоже не очень-то все круто. Так, редкое это у нас на танк. Управление в воздухе, понятно. Давай далее гнать. Так, эпическое это у нас... На супердизель, по-моему, да? Так, випка. Зимние шины и ускоритель. Так, команда, ребята, вы просили, чтобы я повысил лайта 64 до второго лидера. Я это сделал. Надеюсь, больше у вас никаких претензий ко мне не будет. И кто-то еще говорил, что я кого-то не разблокировал. Не разблокировал. Вы, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментах никнеймы хотя бы, кого я должен именно разблокировать. Потому что... Если посмотреть здесь, вроде бы все. Ну вот это вот, что такое опять, ребят? Вот это вот, по 1 километру, по 2 километра. Это что за... Я вроде бы уже повысил офигенно себе этот в гараже рейтинг, да? То есть уже 1500. Не 1000, не 500, как вы просили, а 1500. И все равно откуда-то нулевки у нас выпадают. Не знаю, ребят, нужно набивать сундуки. Нужно побеждать в гонках. Это не только мне нужно, ребята, это нужно нам всем. Потому что мы получаем от этого деньги и, соответственно, прокачиваем свои машины. Так, кстати, у меня 176 тысяч монет. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, прокачаю... Ну, начну дальше прокачивать. Вот так вот. Аккумулятор тут еще можно, да? Все. Какая мощность? 106. Ну, то есть ты можешь на нее сейчас что-либо повесить. А что на ней висит по умолчанию? Вот такой вот. А есть? Да, в принципе, пускай пока так все и будет. Ну что, друзья, поехали, значит, на гонки. Где мой? Кто-то просил меня купить, по-моему, вот этот. И вот этот. Ребят, ну я думаю, что нет смысла мне их брать, потому что я на них не умею ездить. Серьезно тебе говорю. Пока в данный момент я на ролейке. Хочу прокачать ККМ-ку, попробовать потом погонять на ней. Ну, на ней я хочу погонять не на гонках, а в приключениях. Смотри, 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 что происходит. Ну, как всегда, тут будут соревноваться две ролейки, да? Одна, кстати, едет с колесным ускорителем, если ты еще не заметил. Там у нее две турбины стоят, это означает, что у него присутствует колесный ускоритель. Но я считаю, что все равно, ребят, первым приехал. Смотри, аж три ролейки. Три ролейки. Нормально. Не знаю, сегодня обещать не буду, ребята, сможем ли мы забрать кубки или нет. Но до какой-нибудь награды мы доедем сегодня. Вот, видел, что произошло? Все упали, все врезались, соответственно, потеряли офигенно в скорости. Но это ничего страшного. Ролейки все равно сзади он наяривает. Воу. Куда мы там приземлимся? Отлично. На оба колеса, плюс еще немножко ускорились. И тем временем взяли с тобой первое место. Ну что, едем дальше. Идеальный старт, но я что-то не заметил, чтобы он был идеальным. Спортивный кар опять нас обгоняет. Причем он обгоняет всех. Но я не знаю, ребята, он почему-то именно на прыжках теряет свою скорость. Вот что я заметил. Именно на прыжках. Видимо, с прыжками у него не особо все гладко и ладно. А мы взяли первое место. Да? Прекрасно. Так, ну что, я не знаю, наверное, возьмем вот эту вот награду. Может быть, до сюда доедем. Там уже будет видно. Так, и нам нужно поменять, наверное, внешность. Как ты считаешь? Зимний кубок. Давай посмотрим наш вид. Что, у нас тут что-то новенькое появилось? Ага, у нас новый шлем. Новое лицо. И костюм, конечно, костюм, который мы с тобой в прошлой серии выбили. Тогда поменяем штаны еще на какие-нибудь босяцкие. А какие тут босяцкие? Ну, в принципе, вот это вот сет получается, да? Какие мы еще штаны не юзали? Вот эти вот черные штанишки просто оденем. По цветам зачем-то все это... Жалко, что у меня нету в руках ничего.
Ну, вот это что такое, я не знаю, карта или что он там в руке держит. Поехали. Так, посмотри, опять баги. Оу-оу-оу-оу. Споткнулся, ребята, немножко об льдину. Тебе не кажется, что... Это же супердизель, по-моему? По-моему, это он. Он ехал на форсаже, почему-то, мне кажется. Или на монетном ускорителе. Я не знаю, что там у него сзади висит. Не видно. Куда мы там приземляемся? Отлично. А, у него нитро. Ребята, у него висит нитро. У него не только нитро. У него там и форсаж. Ты посмотри, у него и нитро, и форсаж висит. Поэтому он там и берет первые места. Да, ты его фиг обгонишь на самом-то деле. Но здесь я его подрезал. Здесь мне удалось его все-таки подрезать. Да, первое место не заняли, но его, как говорится, проучили малька. Чтобы не думал, что он тут один такой крутой, и все гонки будут только его. Я представляю, если бы у меня на релике было бы вот это все, стояло бы и форсажи. Что бы я тут вообще вытворял бы? И нитро. Я вообще бы тут был бы суперскоростником. Так, получи 200 эфирного времени. Получили. Так, ну что, дальше едем. Хари-хари, 100-100. Ну, заехал, заехал. Оу. Чего еще? Не хватало нам, чтобы ящик этот у нас упал. Ладно, вторым. Да и то, потому что, ребята, в этот ящик врезался. Можно было бы, конечно, и понизу проехать. В принципе. И ничего бы нам не помешало. Тихо. Лучше по донышку проехаться, да? Вообще четенько. Первое место, ребят, как ни крути. Так, и мы выполнили это задание. Давай посмотрим. Сундук. Крылья, амортизаторы прыжков. А здесь магнит, колесный ускоритель. Ну что, я думаю, еще гонки две, наверное, нам надо сделать. И мы получим этот монетки, короче. Блин. Вот эта вот машина уже, ребята, офигенно Есть. Мы с ролейка, короче, перепрыгнули. В отличие от всех остальных. Все остальные там почему-то врезались. Ну а мы тут отлично проехали. Давай, 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 давай. Твою налево, блин. У него такая же тачка, как у меня. Нет, ребят, не такая же. А, так тут еще и одна гонка. Да отойди ты. Все, ребят, врезался этот трындец. Оба без крыши. Еще и горючее кончается. Не вышло. Не вышло его обогнать, к сожалению. Одна гонка, да, второе место. Ну, не вышло, потому что мы, когда ехали вот именно в самой пещере, в ледяной, я очень много стал врезаться в этот, в потолок. И только там я растерял всю скорость. Ну, да ничего страшного. Кто-то из умных пошел вниз, а вот зачем надо было тут набирать скорость, ума не приложу. А-а-а.
давай, делаем этого супостата. Есть. Фух. Думает, самый умный, ага. Есть умнее и проворнее, ребята. Понял. Кто-то перелетит, наверное, да? Я вижу, что кто-то перелетел, ребят. У кого-то что-то не получилось, да? Господи, вот здесь вот, ребята, очень много потеряли время. Надо было просто вниз лететь, вниз прыгивать и все, как говорится, не нервировать никого. Еще эти камни. Валун вот этот вот, прям вот слов нет у меня на него. Всю малину портит. Понимаешь, всю. Ну что, будем первыми мы? Да, мы будем первыми здесь. Итого у нас получается 7 очков. Первое место. Угу. Ну что, за 9000 монет. Поехали. Старт идеальный. Камень еще какой-то там. Давай, перелетай. Кто-то поехал понизу, я вижу. Все поехали понизу, кроме меня, блин. Рускерч. Да, Рускерч сделал. Но, ребят, здесь обиды нет, потому что это все-таки ролейка была. Вот чем больше я играю, тем я больше вижу, что, ребята, на ролейке здесь... Ой-ой-ой, только не в новолуны. А баги пофиг, да, на эти волны? Она просто их хохоча проезжает, я смотрю. Есть. Так, шанс у нас пока на равных. Давай посмотрим, что здесь. Вот тут надо вниз лететь, друзья, тут надо вниз. А я поеду вниз. Вот ты выбрал путь вниз, блин. Ну, ты видел сейчас только что. Вот так вот. А тот на волнах, ребята, приземлился. На волнах приземлился и, соответственно, ничего не смог сделать. Поэтому мы получаем 9000 монет. Так, давай здесь сундук откроем. Угу, спасибо. Опа, альпийский новый, ребят, костюм. Ну что, давай, наверное, доедем до сюда тогда. Попробуем. До 20 тысяч кубков, конечно, долго будет у меня получаться ехать. А здесь, возможно, возьмем. Или мы сделаем так: я поиграю сейчас днем немножко и, может быть, еще вечером поиграем. И вечером уже, может быть, доедем даже до 20 тысяч кубков. Ух, ё-моё. Да тихо, не надо. А там сзади тягач так ехал, такой здоровый, разукрашенный. По-моему, тягач был. Сейчас посмотрим. Офигеть, откуда у него такой скин тягача? Идеальный старт. О, не хочу. Он что, он на нитро, ребята, едет. Ой, на нитро, на форсаже. Первый. Молодчага. Вырвались мы из этого гнета.
Пока здесь, ребята, один для меня конкурент жесткий. Это вот этот чувак с форсажем. Он прям серьезно вот, не отступает. Ты посмотри. Вот правильно, лети вниз. А, все, ребят, он потерял. Потерял преимущество. Потому что он там впендрючился на своем форсаже. И вообще приехал последним. Нормально, тут у нас вообще зыбано все получилось. Ребят, фабричный кубок. Да-да, тот самый робот, тот самый завод. Так, кто у нас тут? Что-то мы тут вообще так лихо-лихо начали. Лихой старт, который мне вообще очень-очень нравится. Как мы лихо начали-то, ребят, смотрите. Просто вне конкуренции. И финиш. Почти по прямой. Нет, смотри-ка, сзади этот спортивное авто ехало. Так, ну что, попробуем здесь также проехаться идеальненько, хорошечно. Даже баги все позади остались. Хотя нет, баги сейчас вон сзади меня прям едет. Не спускает с меня, как говорится, глаз. И опять же я все-таки первым приехал. Ребят, хорошо. Идем замечательно. Ну что, остается у нас последний заезд. Почему-то хулиган написано никнейм по-русски. А если посмотреть на флаг, нифига не русский. Какой-то непонятный флаг у него там стоит. Давай, рычаг, жми. Есть. Опа, ты видел, как мы круто. И выкинули нас. Шикарно. Так, зеленый кубок. По-моему, ребят, это зеленочка. Самая любимая моя трасса. Но если это именно та зеленочка, где ты едешь чисто по ровной фигне, никаких там этих нет тебе выкрутасов, выпендрежев и тому подобное. Ну, почти можно сказать, что... Нет. Не хочу перевернуться как лузер какой-нибудь. Едем нормально, едем нормально. Ну вот, первое место. Фьюх. Шикарно. Так, друзья мои, начало положенное. Надо это начало продвигать дальше. Я постарался, ребят, приземлиться на два колеса, но не вышло. Блин, опять не получилось. Ладно, ролейка сзади едет, да? Ох ты! На форсаже, что ли? Как меня бесят вот эти форсажники. Я не могу прям, друзья. Да чтоб ты разбился на своем форсаже вшивом. Так. Что-то форсажников не вижу. Наверное, он там действительно брякнулся где-то. Все, отлично. Первое место. Так, пора открывать сундуки. У нас уже тут складировать их некуда. Окей. Ну что, горный кубок? Блин, горный кубок. Естественно, с шахтами, с тоннелями, с этими. Опять там у нас ролейка присутствует, я смотрю. Давай, поехали понизу. Хотя лучше бы было бы поверху. Ну что ты скорость-то не набираешь, ё-моё. Сиди, едет там за мной по пятам, повторяет, ё-моё. Нет, конечно, было бы, наверное, лучше, если бы мы поехали поверху. Мне так кажется. Ну и почему не сработал? Ведь ты же приземлился на два колеса. Я даже слышал небольшой такой форсажик, но...
Я не понимаю, почему ее закидывают вперед. Меня это раздражает уже, серьезно говорю. Закидывают ее вперед. Вот это вот поднимается передняя кость. Вы пишете, Рэй, там, типа, нажимать вперед. Я понимаю, что можно выровнять, но когда ты выравниваешь, ты теряешь очень много сильных скорости. Кто-то там упал вниз. Причем целенаправленно, да, я смотрю. Я вниз поехал. Я первый? Нет, я второй. Чуть-чуть буквально, ребят, там микродозы не хватило. Так, ну что? Ой, глубоководная езда. Глубоководная езда собственной персоны. Кто-то там вылетел, по-моему, выбило кого-то из колеи. Как я успел увидеть. Вот это... Фига себе. Фига себе я там успел, ты видел? Я успел и перевернуться. Я думал, что все, сейчас разобьемся. Но нет. Я еще и первое место успел взять. Ко всему прочему. Во что я там врезался, в непонятную какую-то гадость. А вот это было... А вот это, ребята, все. Почти все без пузырей. Опять Рэй... Опять Рэй разбивает всякую дребудень. То есть второе место мне, да, светит? Второе. Так, ну, пока первыми идем по очкам. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет дальше. Почему-то никто, ребята, не впендрючился, кроме меня, блин, в эти токсические отходы. Этот-то еще как тут выехал, ты скажи-ка мне на милость. Лучше не придумаешь, зачем надо было вверх-то еще подпрыгивать, а? Рэй, ну вот что ты делаешь? Прям перед финишем, мы могли так сейчас сдуться. Прям перед финишем сиганул он в небеса, в поднебесную полетел он. Ну что, кубок застойный. Ролейка начала неплохо. Ой, ролейка. Супердизель. Ох. Подтолкнули бы сзади меня, что ли, я не знаю. Такая паршивенькая трасса, да, была? Но, тем не менее, на этой паршивенькой трассе я занял первое место. Без идеального старта, как ты видел. А там что, чувак? А там чувак крутит сальтушки. Вот что я тебе хотел сказать. Он крутит сальтушки, и, соответственно, у него... Вот это было... Вот это было... Неприятно. Я врезался в какую-то хренотень, когда упал. Ребята, представляете? Врезался в какую-то хренотень и потерял всю свою скорость. Нафиг я пойду вниз. Я хочу пойти понизу. Все, первое. Замечательно, ну что, взяли мы? Взяли. 5 деталей. О-хо-хо. Так, друзья мои, а там у нас дальше идет маска. В общем, я думаю, что вечером, наверное, вечером или уже завтра мы возьмем с вами костюм лепрекона, штанишки эти, плюс маску крутую и 20 тысяч кубков. Да, будет именно так. На завтрак
Так, приятного аппетита. Да, да, я тоже присоединяюсь. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!